прекрасная велосипедная дорожка практически посреди леса. Вокруг вот такая вот заросль. Это старая железнодорожная ветка. Сейчас не нужно. Но еще в войну тут перебрасывали войска, типа того. Я читал об этом. По этой железной дороге. Вот она идет вдоль, вот она практически через этот идет. Через то болото, где мы ходили тогда. Вот, в общем, велосипедистов очень много. А что по такой-то дорожке, что не кататься? Классно, что